Привет, привет всем зрителям моего канала. С вами Ольга Полякова. Сегодня я делаю обзор второго продукта новой линейки WELLAB Element. Вот вы видите номер 2. Это мумиё и спирулина. Вообще названия главных составляющих многим знакомы, я в этом уверена. Но я хочу вам рассказать, на что особенно стоит обратить внимание. Чем вот этот продукт может очень нам помочь в деле поддержания своего здоровья. Если тема вам отзывается, то ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые эфиры. Ну, а мы давайте разберемся, что здесь внутри. Давайте откроем эту коробочку, посмотрим, что внутри. Внутри у меня этой коробочки инструкция, где все очень подробно написано, состав и так далее. И три блистера. Три блистера, один из них подгрызан как хомяком, но это я уже начала этим пользоваться, естественно, получив этот продукт, потому что понимаю, насколько он ценен. Внутри вот такие капсулки, они такого темно-коричнево-зеленого цвета, я бы сказала. Давайте мы одну достанем, я вам покажу, как это выглядит. Вот так, маленькая, удобненькая, ее очень легко проглотить, никаких проблем нет. У меня в руках два достаточно активных вещества, которые оказывают влияние на наше самочувствие. Но помним о том, что БАДы – это не лекарство, а поддерживающее средство для того, чтобы к лекарствам прибегать как можно, дорогие мои, реже. Я вот пью БАДы каждый день, больше 20 лет, и у меня тоже есть очень яркие результаты на эту тему, чего я и вам желаю. Что находится в составе? В составе этой коробочки, каждой капсулки, которую я вам показала, находится мумиё алтайское, спирулина, порошок хлорелла, порошок чага, сухой экстракт, бета-каротин, маточное молочко и витамин Е. Вот такой вот шикарнейший, я бы сказала, состав. Начнем мы, конечно, с алтайского мумиё. Это натуральное вещество, которое получается в результате ферментации органических и минеральных компонентов. По сути, это такой целительный горный воск, представляющий собой смесь из растительных и животных компонентов. Он уже несколько веков очень уважаем и медициной, и народной медициной. Ну, к мумиё вообще отношение, конечно, очень хорошее, поскольку его давно знают и давно применяют. Самыми ценными видами мумиё считается алтайский и восточный. Вот в данном случае, вот в этих капсулах находится алтайский мумиё. Главные полезные свойства мумиё проявляются в позитивном воздействии на регенерацию, обмен веществ в организме. И этот продукт участвует в синтезе на уровне клеток, что важно, важно, важно. Эффективнее всего мумиё помогает нашей печени, желудку. Я вообще хочу сказать, сегодня нет человека, который бы не нуждался в поддержании работы печени. Не потому, что он какой-то там дурачок или что-то не понимает, да нет. Просто это из-за того, что мы едим, что мы пьем, как мы нервничаем, ну, чем мы дышим. То есть все вокруг нас создано для того, чтобы наша печень просто надрывалась самым активным образом. И очень здорово, слава богу, что у нас вот пришел вот такой вот продукт. Также мумиё очень хорошо при воспалениях, как иммуностимулятор, как дезинфицирующее вещество. Кстати, вот про дезинфекцию. Происходит это благодаря наличию грибка, похожего свойствами на пенициллин, который находится в мумиё. Поэтому такие хорошие результаты. И в качестве стимулятора сердечной деятельности помогает нашему сердцу. Для этого вещества не характерна токсичность и аллергенность. Это очень здорово, потому что сегодня каждый, там, я не знаю, пятый, шестой, седьмой человек – это аллергик. И аллергия, конечно, правит бал. Это бич нашего века. Потому что бывает нет аллергии, а потом вдруг бабах, и в 40 лет у человека накопительным итогом возникает аллергия, потому что ели не то, дышали не тем, ну и вы понимаете. Поэтому очень хорошо вот это вещество также для организма, который истощен. И в том числе после операционных всяких вмешательств, я очень рада, что у нас появился такой вот именно целевой продукт, потому что вот лично ко мне часто люди приходят именно вот после каких-то операций, и, конечно, им нужна просто реабилитация. Также, если сахарный диабет, добиться понижения концентрации сахара в крови удается за счет того, что мумиё немного усиливает продуцирование инсулина и, соответственно, нормализуются процессы метаболизма. Что касается наших суставов, мумиё обеспечивает купирование некоторых процессов воспаления, заполняет небольшие пустоты в костных тканях, способствует восстановлению хрящей и улучшает подвижность суставов. Опять же, в наше время, где суставы хрустят, скрипят и плохо гнутся у очень-очень многих, иметь такую поддержку – это очень классно. Теперь по поводу мозговой деятельности. Мумиё считается продуктом, который оптимизирует мозговую деятельность. Оно улучшает общее состояние, и выражается это в улучшении
нашего сна, например. Да, кстати, повышается аппетит. Вот на Мумиё есть такие данные. Быстро восстанавливается работа поврежденных систем и органов. И, конечно, кожа. Я не могу не сказать про кожу. Мумиё влияет на качество кожи. Она становится гораздо более молодой, более упругой, более эластичной. Именно за это ее так и любят косметологи. Поэтому качество, как мы видим, превосходное. Про мумиё больше говорить ничего не буду, потому что меня очень-очень заинтересовала спирулина, которая есть в этом составе. Давайте я вам расскажу, что это такое. Итак, хлорелла и спирулина. Два абсолютно шикарнейших продукта. Это я просто очень хорошо отношусь к хлорофиллу. Это микроскопические водоросли, которые активно используются в современной диетологии в качестве суперфудов. Суперфуд – это супереда. Их добавляют в смузи, на их основе готовятся некоторые блюда, напитки. И, кстати, хлорелла, она даже присутствует в питании космонавтов как обязательный элемент для того, чтобы у них силы были. Она отлично восполняет недостаток белка, это, кстати, важно для вегетарианцев, ускоряет очищение организма от тяжелых металлов, там, от всяких токсинов, укрепляет иммунитет, снижает риск возникновения онкологии из-за содержания особого синего пигмента. Есть такой пигмент, он называется фикоцианин, и вот именно он и прославился тем, что всякие вот нехорошие, грозные такие вещи вот влияют на то, чтобы их было, на их подавление. Вот смотрите, хлорофилл вообще, он рассматривается как антиканцероген. И он очень положительно влияет на клетки, которые должны прекратить делиться и умереть, потому что все вот эти нехорошие процессы, когда клетки делятся, 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 не могут остановиться, вот он как тормоз такой, он приостанавливает этот нехороший процесс и определенным химическим образом объясняет клеткам, что им нужно умереть. Он связывает мутагены, то есть работает против веществ, которые могут вызвать эти грозные заболевания. Вообще, я хочу вам сказать, что хлорофилл, он в 10 тысяч раз сильнее, чем оксантоны из зеленого чая. Оксантоны – это мощнейшие антиоксиданты. То есть он настолько сильный. Или, например, возьмем ресвератрол. Вы наверняка знаете, что это такое. Вот хлорофилл работает в 20 раз мощнее, чем ресвератрол. И, конечно, это очень облегчает положение людей. Не дай бог случилась какая-то беда после определенных сеансов химиотерапии. Хлорофилл тоже очень хорошо. Скоро, дорогие мои, у нас майские праздники. У нас начнутся сезоны шашлыков. В кровь попадет очень-очень много опасных веществ. Кто не знает, буквально в двух словах объясню. Канцерогены образуются исключительно при таком способе приготовления мяса, как мы любим, вот эти вертела на огне. Образовывается ядовитый жир, который стекает с мяса на угли, выделяется бензопирены, которые оседают на кусках шашлыка и поднимаются с дымом. И вот вместе с шашлычком мы едим и вдыхаем канцерогены. Поэтому очень хорошо с ними работает такая вещь, как хлорофилл. Есть исследования, что они понижают их содержание при получении в разы. Поэтому суперфуды – это классная штука, которая помогает обеспечить нашу клеточку кислородом, восполнить недостаток аминокислот, там разных витаминов, минералов, тонизирует нас, мы быстрее очищаемся от всяких вредных веществ, у нас улучшается иммунитет. Кстати, вот хлорофилл, он очень хорош для людей, которые в пожилом возрасте. У него настолько многогранное действие, в том числе это и с костями связано, поэтому имейте в виду, для людей в возрасте это тоже супер. У нас снижается уровень плохого холестерина, улучшается микрофлора, восстанавливается нормальное количество красных кровяных клеток, поддерживается здоровье печени, стимулируется процесс регенерации нервной ткани. А также они снимают воспаление, как я сказала, помогают быстрее восстановиться. Даже, например, после физических нагрузок, если напахались где-то, то восстановление пойдет быстрее. Вот еще хочу сказать, у хлореллы и спирулины есть один общий миф о том, что эти водоросли помогают быстрее похудеть. Это не совсем так, дорогие мои. Просто за счет высокого содержания белка, спирулина и хлорелла, они помогают контролировать аппетит, как известно. Мы съели белок, и кушать не хочется. Поэтому нормализуется уровень сахара в крови, немного ускоряется метаболизм. Ну, а дальше, извините, только диета и физнагрузки. Поэтому, если вы столкнетесь с тем, что
спирулина – это номер один для похудения, понимаете, это правильно, это как сопутствующий, улучшающий такой фактор процесса похудения. Не могу не упомянуть, что в этом комплексе содержится также маточное молочко, которое обладает общеукрепляющим антиоксидантным свойством. Маточное молочко – полезнейшая штука, которая улучшает наше тканевое дыхание, потому что в состоянии гипоксии мы находимся буквально все жители городов, ну, они уже просто привыкли вот к этому состоянию нездоровому, и кажется, что оно здоровое. И маточное молочко также повышает уровень гемоглобина, что очень-очень хорошо. Бета-каротин и витамин А, который напрямую поддерживает нашу иммунную систему. И еще здесь есть сухой экстракт чаги. Ну, про чагу я знаю, вы все слышали, поэтому я не буду перечислять ее огромнейший список ее полезных свойств. И вот, ну, что хочу акцентировать. Чага очень хорошо сказывается на состоянии центральной нервной системы. Она активирует метаболизм мозговой ткани, что приводит к повышению биоэлектрической активности мозга. Ну, говоря таким простым языком, мы прекращаем тупить и начинаем гораздо быстрее ловить какую-то информацию. Когда рекомендуется вот этот прекрасный продукт? В период восстановления после болезни и операции, вот как я сказала, в период весенне-осенних инфекционных и простудных заболеваний, то есть сегодня, вот прямо вот сегодня, в качестве элемента комплексной терапии заболеваний ЖКТ, для восстановления костной ткани, если вдруг там, не дай бог, вы сломали там кости, или вы уже в таком возрасте, где кальций активно вымывается из организма. При работе в экстремальных условиях, при состоянии хронической усталости, упадки сил, когда встал, вроде бы поспал, а сил нет, и вообще не знаю, как этот день переживу. Вот, чтобы обобщить все, что я вам сказала про эту коробочку, я, наверное, могу вот двумя предложениями это сделать. Веллаб Мумио Спирулина – это адаптогенный и общеукрепляющий комплекс. И вот его натуральные компоненты, как я выше упомянула, активируют в клетках процессы самовосстановления и способствуют укреплению иммунитета. То есть восстановление и прекрасное самочувствие. Вот задача этого продукта, что он должен делать. И если вам есть о ком позаботиться в этом направлении, то все отлично. Теперь у нас есть продукт, который это делает. 30 капсул находится вот по 10 штук. 3 блистера и по 10 штук капсул на каждом. Цена этого комплекса, богатейшего комплекса, всего 590 рублей. Производитель Сифарм Контракт, город Томск, уважаемое предприятие, на котором производится лекарство, которое имеет абсолютно все необходимые сертификаты и разрешения, доказывающие, что продукция самого высокого качества. Спасибо большое, что вы досмотрели мое видео до конца. Меня это очень поддерживает. С вами была Ольга Полякова. До встречи на моем канале, где я рассказываю об экологии здоровья, красоты и сознания. Берегите себя и, главное, будьте здоровы. Пока!